Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Находимся с вами в Витязево. Единственная сельхозярмарка. Написано вещевой рынок, а здесь на самом деле продуктовый. 50 рублей помидоры. Богдан, бери что-нибудь. Бери что-нибудь. Сало есть. Домашняя тушеночка. Суджук, да? Зачем? 400 рублей. Суджук, домашнее сало и тушенка. Косички. И рыбка. Богдан, давай, бери что-нибудь. Помидорки возьми. Возьми эти. Помидоры 50. Яблочки. Масло кубанское нерафинированное. 90 рублей дыня. Разнообразные. Вот помидоры 90. Персик домашний. 70 огурцы. Сейчас я понюхаю. Не знаю. 150 груши. Вроде ничего пахнет. 70 огурчики. Что еще? Давай вот этих возьмем, Богдан. Нектаринчиков. Вот по 100 рублей. Давай возьмем вот этих. Что такое? Это эти. Как они? Возьми кулечек. Вон там. Тетик, возьми. Ну, персики мы не будем брать, персики мы уже ели. Возьми вот этих вот. 100 рублей. Не хочется ездить так далеко. Пошли. Огурцы, помидоры 120, виноград 160, 90 помидоров. Сейчас мы понюхаем. По вкусу. Вот эти хорошо пахнут, кстати. Тут тоже неплохо. По 90 рублей. Смельки огромные. Да, вот внизу рядом с вами. Тут что-то как-то так. По 70. Домашние яблочки, вот я все хочу. Так, без косточек, виноград 170, дамский пальчик 120. Вот Лёва любит виноград. А почем у вас черешня? Черешня 260 за килограмм. Но она не местная уже, да, идет? Нет, почему? Лучше, но сохраненная. Вполне. Нет, она привозная же. Сейчас же уже нет черешни? 160. Хм, не знаю я насчет. Что-то говорят уже местные, говорят, что ее нет. Это с Абхазии. Вот персики, яблочки. Вот эти хорошие вроде помидоры, ничего. А вот давай, Богдан, вот этих возьмем, желтых. Так, медовка. Вроде ничего пахнет. А арбузы почем? Пойдем спросим. Вот эти 90. Яблочки. Угу. Вот можно даже в столовую там кто-то. Арбузики. Сейчас спросим, почем арбузы. Смотри, Богдан, какой арбузик. Идем спросим. Дай вот хорошие, видишь? Но нарезку не будем брать. Так. Сладости разнообразные. Кукуруза. Но кукурузу мы не хотим. Восточные сладости есть. Спросим, почем арбуз. А арбузы почем у вас за килограмм? Арбузы по 25 рублей килограмм. Так, ну 25 это у нас за 20 продают с киоск. Ну и нет, просто у нас известный тут блогер рекламировал, тут типа не обманывают, говорит, не обвешивают. Ну что-то как-то сомнения обуревают. За 25 рублей арбуз ехать на параллель, но это странно. Не рекомендую. Вот он. Называется это
сельхозярмарка. Находится практически на Парале. Что-то здесь покупать или не покупать, выбор ваш, но цены одинаковые абсолютно везде.